Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл программу обучения социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». Задачей фонда и координаторов – оказывать всевозможную поддержку участникам СВО и членам их семей. В образовательной программе, которая стартовала в Нижнем Новгороде, принимают участие не только нижегородские координаторы, но и специалисты из Кировской области, республик Мариэл, Чувашии и Мордовии. Каждый из вас, социальный координатор, будет в какой-то степени межведомственным координатором работы органов власти различных уровней, как федерального, так и регионального, муниципального. То есть статус вас будет, ваш будет очень высокий. Мы будем настраивать соответствующие службы на то, чтобы они на вас реагировали, как на представителей тех людей, ради которых мы все это делаем. Я хочу вам всем пожелать искренне, ни в коем случае вот, не нарастить эту корку, не стать равнодушными, циничными, всегда чувствовать потребности людей и помнить, что вы осуществляете очень высокую миссию. Вы будете, по сути, главным представителем своего региона и нашей страны, президента, в части заботы о тех, кто защищал, защищает, будет защищать нашу Родину.